Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Минстрой хочет сократить количество согласований в строительстве до 50. По данным Интерфакса, об этом заявил замглавы министерства Александр Плутник. В настоящее время этот перечень, утвержденный правительством страны в апреле 2014 года, включает 134 пункта. «Мы рассчитываем продвинуться позиции на 40, а общее число согласований будет меньше 100. А вообще мы будем стремиться к 50 процедурам согласования», – заявил Плутник. Дайджест недвижимости. Семья получила новое жилье через прокуратуру. Надзорный орган провел проверку по обращению жительницы Кирова о нарушении органами местного самоуправления жилищных прав ее семьи из 3 человек. В ходе проверки было установлено, что дом был признан аварийным еще в 2011 году. Он подлежит сносу. Вместе с тем городская администрация никаких мер по переселению семьи из аварийного объекта и предоставлению по договору социального найма другого благоустроенного жилья не принимала. Прокурор города обратился в суд, который, в свою очередь, обязал чиновников предоставить семье благоустроенное жилье. КССК предлагает беспроцентную рассрочку. Она предоставляется при покупке трехкомнатной квартиры в доме по адресу Азина, 17. Рассрочку можно получить до окончания строительства. Минимальный первоначальный взнос 30% и без удорожания стоимости квадратного метра на момент заключения договора, говорится на сайте компании. Дайджест недвижимости. Ценам на недвижимость. Самой дорогой сделкой в ноябре, по данным портала rosnet.ru, стала продажа квартиры на улице Красина за 10 миллионов 100 тысяч рублей. Это четырехкомнатная квартира индивидуальной планировки площадью 144 квадратных метра. Абсолютный минимум зафиксирован на уровне 760 тысяч рублей. За такую цену была продана малосемейка на улице Циолковского. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.